после кризисных годов 2009-2010 года мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения въезда мигрантов на территорию Российской Федерации и, соответственно, на территорию Московской области. Будем так говорить, что разница с докризисным 2009 годом и сегодняшним составляет плюс 300 тысяч въезда мигрантов. И если посмотреть по странам исхода, конечно, идет увеличение въезда граждан Республики Узбекистан и Таджикистан. Но если смотреть дальше по оформленным решительным документам, разрешение на работу в Российской Федерации, в Московской области, разрешение на право действия у физических лиц патент, то же самое составляет порядка 60% на долю граждан Узбекистана и Таджикистана. Соответственно, данные граждане не всегда знают русский язык, не всегда знают российские законодательства, не всегда понимают и знают наши обычаи, наши законы, наши традиции. Соответственно, это вызывает недовольство у местного населения и у жителей. Мы наблюдаем увеличение количества обращений граждан по данной тематике. В этой связи принимали ряд мер совместно с Главным управлением МВД по Московской области, проводили профилактические мероприятия. Вследствие мы наблюдаем такую тенденцию, что идет сокращение количества совершенных преступлений иностранными гражданами порядка на 8%. В то же время мы наблюдаем увеличение совершенных преступлений в отношении иностранных граждан. Если посмотреть структуру совершенных преступлений иностранными гражданами, это 42% выявления у них использования подложных документов. Это миграционные карты, дающие право на пребывание до 90 суток, это разрешение на работу, дающие право работать у юридических лиц, и, соответственно, медицинские документы. 25% от совершенных преступлений мигранты совершают кражи. Понятно, что такой поток мигрантов и повышение нагрузки на субъект, в целом на Российскую Федерацию, законодателями было принято ряд законопроектов. Этот год он полон всех изменений законодательства по ужесточению ответственности не только мигрантов, но и принимающей стороны и организаторы незаконной миграции. В соответствии с ужесточением закона с 1 января, значит, ответственность за незаконную организацию миграции 322 прим. 1 идет ужесточение до 7 лет лишения свободы, максимальный срок наказания. В отношении иностранных граждан есть ряд изменений очень серьезных по привлечению их к ответственности. Сегодня за неоднократное нарушение административного законодательства сотрудники миграционной службы уполномочены закрывать въезд, не контактируя с этим мигрантом. То есть у нас есть учеты. При проверке по учетам, если иностранный гражданин два и более раза нарушил наше законодательство, не только миграционное, он может не в положенном месте перейти дорогу, он может нарушить общественный порядок. За это мы уполномочены закрывать им въезд. Также за неуплату штрафов также предусматривается закрытие въезда иностранному гражданину. Скажу более того, что с сегодняшнего дня, значит, ужесточено ответственность мигрантов на территории Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинграда. В чем это выражается? Штрафные санкции за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление деятельности выросли с 5 до 7 тысяч рублей. Если ранее по данным о нарушениям можно было, основная мера наказания был штраф до 5 тысяч рублей и дополнительная мера наказания выдворения, сегодня законодательно только выдворение. Если иностранный гражданин иностранный гражданин, который незаконно работает, незаконно пребывает, только судебное решение и только выдворение за пределы Российской Федерации. По нашим прогнозам, которые мы сегодня видим и знаем, по прошлому году у нас было выявлено порядка 100 тысяч таких правонарушений. Скажу так, что мы провели ряд рабочих встреч с судом Московской области, есть полное взаимопонимание по рассмотрению таких материалов. Более того, с учетом массовости выявления таких правонарушений, есть понимание судом Московской области у выездных рассмотрения таких правонарушений. То есть места компактного проживания, где будут выявляться мигранты, судьи Московской области готовы выезжать и рассматривать материалы по выдворению непосредственно в местах пребывания этих мигрантов.